Первый в Анапе современный тепловой пункт появился в доме 169 по улице Ленина. Вместо старых труб – современное оборудование, компактные бойлеры, новые технологии. Средства на строительство выделили в рамках программы по энергобезопасности и энергоэффективности. Стоимость оборудования каждого пункта более 2 миллионов рублей. Финансирование – из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Заместитель главы курорта Владимир Забураев осмотрел новый индивидуальный тепловой пункт. Эти приборы будут работать и подавать тепло в зависимости от температуры окружающей среды. Чтобы как можно снизить, будем говорить, затраты на производство тепла. Во-первых, тут будет установлен новый теплосчетчик, который будет показывать фактическое потребление теплоэнергии на дом. То есть жители будут, во-первых, платить за фактическим потреблением потребленную электроэнергию. На сегодняшний день произведен монтаж. А дальше второй этап будет происходить врезки в существующие сети. И третий этап – это наладка всего оборудования. Тепловой узел будет запущен через 2 недели. В планах строительство еще 13 таких пунктов в микрорайоне 3А, 3Б и центральной части города.